Вопреки всеобщему мнению, стретчинг – это не просто растяжка. Во время тренировки задействованы все группы мышц. Поэтому растягиваемся и укрепляем здоровье. Флай-стретчинг – это одно из направлений фитнеса, но со своим преимуществом – гамаком. Именно он помогает сократить нагрузку на суставы, расслабить позвоночник и постоянно страдающий из-за сидячего образа жизни шейный отдел. Тело более расслабляется, и с помощью гамака можно вытягивать позвоночник и расслаблять само по себе тело большей гибкостью. Стретчинг-тренировки помогают избавиться от плохого настроения, депрессии, постоянных мигреней и даже от целлюлита. Особенно полезно заниматься растяжкой в гамаках тем, у кого сидячая и малоподвижная работа. Преимущество гамака – то, что на гамаке задействованы все группы мышц сразу. Потому что если ты будешь только держать себя руками, у тебя ничего не получится. Должна быть и спина, и пресс, и ноги, и все сразу. Занятие флай-стретчингом – это тщательно продуманный комплекс упражнений, который подходит каждому человеку любого возраста и физподготовки. Но, как и в каждом правиле, здесь тоже есть исключения. Специалисты не рекомендуют заниматься, если у вас проблемы с давлением, и категорически запрещено тренироваться беременным. Ограничений нет. Можно и с 5 лет заниматься, но также смотрим по ребенку. Можно и в 50 прийти. Тут очень классно, мне нравится, что тут гамаки, можно тут делать всякие элементы красивые, нежные, быстрые, медленные. Немного о боли. Незначительные, неприятные ощущения – это норма. Это знак того, что мышцы работают. Однако, несмотря на это, любая тренировка должна быть в кайф. Растяжка вообще должна быть в кайф. Я даже свои тренировки веду не так, что я пришла и строго с вами разговариваю, без улыбки. Нет, вы же пришли тренироваться. Я улыбаюсь. Я могу пошутить с вас, они могут пошутить с меня. Это вполне нормально. Минус несколько сантиметров в объемах, пластичность и гибкость. Ожидаемый результат регулярных стретчинг-тренировок. Но как скоро вы сможете заметить результат, зависит только от вас и от правильного питания. Кристина Черноволова, Константин Нищерет, телеканал «Репортер».